Друзья, вы на канале Boston Technic, с вами Кубрин Влад, и сегодня вашему вниманию агрегат посевной представляю. Ширина захвата у него 6,5 метров. Сеет он сразу с удобрением, полностью готовый, обслуженный. Нужно, может быть, где-то что-то подмазать, смазать, а так в целом агрегат готов к работе. Агрегатируется отлично с тракторами по типу как Т-150, Кирюша. Вот здесь удобрения, здесь, соответственно, зерновые. Сеет сразу. Так, пойдемте я вам с этой стороны покажу. Давайте пока вам себя покажу. Это канал Boston Technic. Опять же, повторюсь, с вами Кубрин Влад. Как всегда, я вам сейчас показываю посевной агрегат АП-652, модель называется. Продолжим просмотр. Вот, а вот, кстати, шильдик, да. 16-го года выпуска, она наработка, у нее 1000 гектар где-то примерно. В отличном состоянии. Вот здесь на соединении где-то подкапывает масло. Вот, но это как бы ерунда. Использовалось, агрегатировалось в поле. Все это с пылью просто все дело смешалось, и все там либо шланги поменять, либо хомут подтянуть. И, в принципе, этой проблемы не будет. Так что не ужасайтесь. Вы там сейчас посмотрите, скажете, ой, ужас. Вот такой вот посевной агрегат, друзья. Это был Кубрин Влад, вы были на канале Boston Technic. Пишите нам, звоните, что-нибудь подберем, найдем, предложим. Всем пока, до скорых встреч.